Это театр, который приехал на гастроли, который открыл сезон в стенах уже нашего театра, да, театра кукол, в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Они готовились, это было видно, потому что они приехали наполненные, они приехали с хорошим настроением, они приехали встретить нашу публику во всеоружии, потому что первый же спектакль, зал был полный, и дети включились мгновенно, потому что на сцене появилось вот это, так скажем, волшебство театра, которое привезли наши друзья из Владивостока. Поэтому эта программа сейчас движется, завтра они доигрывают еще два спектакля, большие гастроли. Бог даст, завершается тоже у нас еще завтра день, поэтому будем надеяться, что завершится все тоже спокойно, удачно, с радостью. Мы их проводим, и останутся приятные и светлые воспоминания и у детей, и у родителей, и у нас.